Роджер Стівен. Дайте мне шанс. Прости, сынок. Я тебе жизнь спасаю. Генерал Паттон сказал, войны ведутся оружием, но выигрываются людьми. Ты не чувствуешь, что пора сдаться? Я могу драться целый день. Наша цель – создать величайшую армию в истории. Я с тобой. Ты считаешь, что я не гожусь, но... Это не драка в переулке, Стив, а война. Но любая армия начинается с солдата. 5 попыток в 5 разных городах. Я могу дать вам шанс. В авангард нового племени суперсолдат. Почему я? Потому что слабые знают цену силе, знают цену власти. Думал, будет хуже. Это пенициллин. Мы выиграем эту войну, потому что у нас лучшие воины. Начнем, мистер Старк. И они лично сопроводят врага к вратам ада. Как самочувствие? Становлюсь мощнее. Ваше задание не будет простым. Ты кто такой? Первый из многих. Ваш враг будет непредсказуем. Боюсь, не справлюсь. Поэтому на вас и пал выбор. Что скажете? Все получилось.